Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Без протоколу». З вами я і ведучий Дмитро Василець. Сьогодні у нас в гостях громадський діяч Олександр Скупченко. Вітаю вас. Здравствуйте. Перше питання, я думаю, воно бентежить теж більшість наших телеглядачів. Це що відбувається з тим скандалом щодо Гончарука та Національного банку України, записів розмови Національного банку України Гончарука щодо того, як вони хотіли обманути фактично Зеленського, гаранта Конституції. Я розумію, що він же досить давно цей скандал пройшов, але ми не бачимо реальних якихось змін. Ми усі чули, що Національний банк з прем'єр-міністром думали план, яким чином не допустити Зеленського, щоб він розібрався реально в економічних проблемах України. Це все стало, по суті, очевидним для всіх громадян, але ні відставки, ні Гончарука, ні Національного банку ми не бачимо. Чому? Да, я думаю, наверное, многие поняли, почему заседание Кабмина проходит в закрытом режиме теперь, да? Потому что если бы мы вот это каждую среду наблюдали, то, наверное, мы все с ума сошли. Безусловно, то есть мозговой уровень вот всех этих соросят, которые сейчас составляют правительство, это просто придумать, почему те или иные вещи хорошие или плохие. Причем своими словами. У них же нет никакого опыта в реальном секторе экономики. Любого министра, посмотри, это активный студент, грантоед, депутат, министр. Все, вся карьера. Они нигде не были. Трудовую книжку открыть, они же нигде не работали ни разу. Они не знают, что это такое государственная служба, что это такое, как люди зарабатывают в реальном секторе экономики. И вот мы вот сейчас по этим записям увидели. То, что Зеленскому. Вот эта запись, она показала, для меня она, например, показательна. Эта запись тем, что вот они сидят и придумают, как президенту объяснить, да? Вот этот офис президента – это самая слабая канцелярия президента за всю историю, вот, которая на моей памяти есть. Объясню, почему. Вот если вот есть у нас президент, ему же никто не запрещает даже на общественных началах набрать себе советников по направлениям. Да? Что такое сильный президент? Он не спрашивает у премьера, слушай, а почему вот это так или то так? Да? Угу. Он не зовет его там, на какое-то совещание, говорит, что можно придумать, чтобы снизить тарифы. У него есть свои советники, на это есть офис. Что такое офис? Он организовывает работу президента. Он определяет, какие законы ветировать, какие подписать. Он определяет политику президента, то есть ну, профессиональное отношение президента к тем или иным событиям и вопросам в Украине. Президент не должен звать и спрашивать, что вы можете сделать. Он должен звать и говорить. По тарифам ты делаешь вот это неправильно, ты это не сделал. Я ожидаю от тебя вот дедлайн, до этого срока должен сделать то, то, то. То же самое по экономике, если с курсом не нравится, да, он должен просто сказать, ребята, я прекрасно понимаю, что вы делаете и зачем. Мне это не нравится. Измените монетарную политику государства. Вот это президент. А то, что они сидят и выдумывают, то, ну, а чем у нас Зеленский, собственно, тогда занимается? И вот это, да, действительно показало. То, что Гончарук остался, он же ж не просто так остался. Кто такой Гончарук? Мы же прекрасно понимаем, что все эти министры, это попки-дураки, это просто фунты, которых назначил вот Сорос, МВФ и остальные смотрящие за пределами нашей страны. И то, что Зеленский их оставил, говорит только об одном. У него нет влияния, вот у нас говорят, моновласть, монобольшинство, то есть у него нет такого влияния. Но даже если он уволит, кого он предложит вместо них, чтобы его монобольшинство поддержало? Мы же видели, вот Гончарук, когда был в парламенте, да, одни ему кричали, ну уже после того, как он написал заявление, одни ему в ладоши хлопали, а одни кричали «ганьба». Вот это и есть президентская ну, фракция. Ті, хто йому аплодували, там і партія «Голос», і партія «Порошенка», і деякі депутати дійсно зі «Слуги народу». Совершенно верно. Але все ж таки от, скандал зараз от, коло Гончарука був цей. І усі претензії були до Гончарука. А от з вашої точки зору, чому до керівництва Національного банку України ні у кого не було запитань? Адже все ж таки вони спільно планували, як залишити в дурнях Зеленського. Чому саме Гончаруку така слава від цього скандалу фактично дісталася, а Національному банку ніяк, їх просто ніяк не чіпають. Чому? Ну, от у нас вже давно це відбувається. Національний банк – це якби незалежний регулятор, і влада не має права на нього впливати.
То есть независимо, да, он не зависит ни от кого, ни от кабинета министров. Все решения, которые Национальный банк принимает по существующим нормативно-правовым базам в нашей стране, он принимает независимо от кабинета министров, независимо от президента и депутатов. Они абсолютно самостоятельная структура. Але ж они фактично президент може змінити керівництво при деяких умовах Національного банку. Исключительно, то есть только по своей квоте. То есть там наблюдательный совет, он квотный, там Верховная Рада, президент. Но в любом случае, если бы они только попытались, вот что такое наши золотовалютные резервы. Это только так кажется, да, там огромная цифра в миллиардах. Но более 80% это ценные бумаги фонда ФРС, да, ну, американской резервной системы. То есть мы, по сути, своими долгами берем в долг. Что такое МВФ? Он же не дает кабинету министров деньги. Эти деньги не идут, долги, те, которые мы берем, в экономику. Они идут на поддержание ликвидности наших золотовалютных резервов. Мы эти деньги получаем и сразу же отдаем в экономику США. Если президент или кто-нибудь хотя бы попытается что-то исправить в Нацбанке, мы сразу услышим реакцию МВФ, США, которые дадут по рукам и скажут, иди вон отсюда. Ну, то фактично, что Национальный банк – это не Национальный банк Украины, не державный банк, а закордонний банк, який інтерес, я так розумію, лобіює саме закордонний банк. Ну, по суті, він государственний. Не в тому смислі, що він государству принадлежить. Да? Тобто, з точки зрения економіки, банки, всі банки в будь-якому государстві, не тільки в Україні, в будь-якому государстві, вони діляться на два види. Государственні банки і комерційні банки. Тобто, условно, те, що ми називаємо госбанками, Ощадбанк, Укрексимбанк. Это коммерческие банки, в которых 100% собственности государства. Да, Госбанк – это регулятор. Вот он один, Нацбанк – это тот банк, который регулирует всю банковскую деятельность и всю монетарную политику в нашем государстве. Но, по сути, он независимый. В принципе, так и должно быть, если он осуществляет политику монетарную. Но он, по сути, является не просто независимым, он является зависимым от МВФ и от западных структур. Угу. Ну, тобто, фактично, якщо ми подивимось закон щодо Національного банку України, там є пункт, що Національний банк України не відповідає за зобов'язання держави України. Совершенно вірно. А держава України не відповідає за зобов'язання Національного банку України. Тобто, цей пункт, це фактично Національний банк десь як фірма працює. Совершенно з певними вірно. Повноваженнями від держави. Але все одно ця фірма має своїх власників, своїх бенефіціарів. Безусловно. А чому ж тоді Зеленський якимось чином не хоче поставити до свою людину, якщо в нього є така квота? Чому фактично керівництво при Порошенку, яке туди призначили, воно досі ще там знаходиться? Адже ми розуміємо, скільки грошей було виведено з фінансової системи України. Тому що от це те ж саме, як з Нафтогазом. Да? Кобалєв, може бути, йому не подобається. Но у него контракт, и он подчиняется наблюдательному совету. У Нацбанка тоже есть наблюдательный совет. Вот независимость регулятора, она в том и заключается, что члены наблюдательных советов... В тех самых наблюдательных советах, там, где большинство иноземцев. Совершенно верно. Вот в чем заключается независимость регулятора? То, что членов наблюдательных советов невозможно сменить тогда, когда ты хочешь. Да? Вот поменялся президент, и ты их поменял. Нет. Они избираются в наблюдательный совет на определенный срок. Условно. То есть ну, члена наблюдательного совета невозможно уволить, когда хочет, например, Зеленский. Они избираются, вот независимость она и в том, что членов назначают, избирают на определенный срок, на 5 лет. Те, кто при Порошенко были избраны, они продолжают свою каденцию. Независимо, нравится это Зеленскому или не нравится. Да, его можно посадить, если есть претензии, что они совершали какие-то финансовые махинации, то их, они могут отвечать по уголовному кодексу. То, что они не отвечают, вот уже Рожкову сколько раз обвиняли в преступлениях, и то, что она до сих пор не то, что на свободе, а на должности, но и тоже, наверное, претензии к этой власти. Вот они что сделали? Да, они сказали, их самая большая победа, их турборежима в Верховной Раде – это отмена неприкосновенности. Ну вот мы уже живем в январе, нет неприкосновенности. Что в нашей стране, собственно, изменилось? Так? Вы так преподнесли это, что вот только это мешало садить людей. Вот целый январь. А от якщо розібратися дійсно в причинах цієї недоторканності, так званої, я от знаю декілька нардепів від партії Зеленського, і вони мені теж чітко говорили, що якщо стосується голосування по ринку землі, хоч хворий, хоч кривий, хоч косий, хоч п'яний, але щоб був на місці і натиснув зелену кнопочку. Якщо цього не станеться, то там погрози насильницькі, кримінальні, тобто
до вбивства доходить, такі погрози, але все ж таки, щоб був на місці і проголосував. Як вам здається, от саме з 1 січня, що зняли недоторканність, можливо, це щоб на другому читанні все ж таки проголосували закон про так звану землю, що і щоб аргумент тиск правоохоронних органів, він просто збільшився на цих народних депутатів? Ну, безусловно, но я бы не сказал, что ее отменили депутатскую неприкосновенность. Она условно, да, сейчас депутаты у нас неприкосновенные, потому что если раньше вопрос о привлечении к ответственности, вопрос об аресте, там, об обыске, о прослушке принимал ну, большинство Верховной Рады, да, они голосовали, то сейчас это принимает исключительно генеральный прокурор, даже не его зам, генеральный прокурор, либо исполняющий генерального прокурора. То есть не один прокурор, который возбуждает дело, ну, сейчас просто регистрирует уголовное производство, не имеет права ничего сделать, пока визу, то есть оно даже в ЕРДР не попадет, эта запись, пока визу не поставит лично генеральный прокурор. Генеральный прокурор уже свою независимость показал, когда он был недавно на пресс-брифинге, рассказывал, как они с послом США очень хорошо реформировали прокуратуру. Поэтому вся независимость наших депутатов теперь переместилась из сессионного зала комитета по регламенту, переместилась на улицу Танкову, посольство США. Безусловно, эти люди будут давить. Есть, да, вот как Луценко говорил, что ему давали список неприкосновенных, кого трогать нельзя. Да, и теперь точно так же будут списки прикосновенных и неприкосновенных. Кого Рябошапка будет подпись ставить, а кому не будет ставить. А по земле, да, безусловно, давление идет. И вот сейчас, вот по форматированию кабинета министров, да, там вот уже Зеленский сказал, что надо сделать, там некоторые министерства обратно раздробить, некоторых министров поменять, это же, да, идет торг. Вот Ахметову там вроде бы обещали, там, Министерство развития территории, там, вместо Бабак должен зайти его человек. То есть вот отдают уже там два министерства, налогово там Нефедова хотят снять, таможня. И налоговый вот сейчас скандал, да, который там по Одессе, тоже хотят главу налогового снять. Это тоже уходит в счет торгов за голосование. То есть собирают вот необходимые эти голоса и раздают должности. Ничего по сути не изменилось. Вот когда то, что Зеленский, вот я же напомню, в апреле, когда он становился президентом, он... пришел к власти на двух главных ожиданиях людей. Мир и тарифы. По миру он себе поднял с пола вот эти кучу красных линий. То я не сделаю, с теми говорить не буду. То нет, то не так, да? Угу. Просто ограничения. По земле никаких ограничений. Просто напролом. Вот если бы он перед нами исполнял то, что он нам обещал, так как он перед Соросом нахватался этих всех своих обязательств, это было бы гораздо лучше. А от нещодавно Володимир Путін звернувся до федерального зібрання і він запропонував зміни до Конституції Російської Федерації. Там дуже цікаві зміни. І Путін відкрито казав, що в 91-му, 93-х, 4-х роках тоді дуже була важка ситуація. І тоді Конституцію приймали з певних умов і... Там, я так розумію, дуже так, якщо між строк читати, він казав, що були певні зобов'язання, і там дуже багато дірок у Конституції, які зараз він запропонував закрити. Що саме він запропонував, що мені запам'яталося, і я розумію, що цього в Україні ну, дуже не вистачає, це що... Топ-чиновники, судді, губернатори, міністри, не депутати Верховної Ради, в нашому випадку, в їхньому випадку Государственної Думи. І тут виходить, що він запропонував, що вони не мають права мати подвійного громадянства чи виду на життя у іншій країні. І це фактично, якщо в нас цей закон прийняти, в нас половина... Весь Кабмін, половина Верховної Ради просто злетить з посад, і це правильно. Адже якщо у людини є подвійне громадянство, це фактично потенційний агент впливу іноземної країни. І це очевидно для всіх. І чому наразі в нас не ініціюють у цих всіх процесів, чому, наприклад, Зеленський не вийде на трибуну і скаже «хлопці». Неправильно, коли в нас депутат Верховної Ради – громадянин іншої країни. Неправильно, коли в нас голова Укроборонпрому – громадянин іншої країни. Неправильно, коли у нас генпрокурор має дім у там, Франції.
неправильно, коли в нас міністри мають там подвійне громадянство чи видне життя десь в іншій країні. Давайте це виправимо і зробимо референдум. І таким чином це буде в нашій Конституції, адже це розв'яже йому руки, тому що ми зараз бачимо, що обклали так його представники Сороса, що він фактично нічого не може зробити. Безусловно, если отбросить вопросы, которые касаются внутренней повестки, там распределения полномочий, сроков президентства, вот если вот по то, что касается по международке, да, по субъектности России, да, две важных вещи он предложил, и они, я уверен, будут внесены. Это по усилению суверенитета России. Первое, это то по должностям, вот, что уже было сказано, что исключительно граждане России. Да, то есть, если есть двойное гражданство, человек не может быть. Вот Путин правильные слова сказал, служение государству. Вот, да, вот нас министров принимают, напринимали этих, что мы от них слышим? Исключительно зарплату, дай зарплату. Служение государству. Это не просто должность, которую можно сравнить с должностью топ-менеджера какого-то. Если это, то есть, это даже по сути, про, у нас вот, понимаете, вот эта пошлость, когда сравнивают министра с топ-менеджером. Топ-менеджер, его основная задача – извлечение как можно большей прибыли из дохода. У чиновника он служит государству. У него совершенно другая задача – перераспределить справедливо доходы бюджета через налоги, да, и через расходы бюджета на людей. Вот его задача. Совершенно разное. Это не топ-менеджер, служение государству. Это совершенно иная лига. Ты должен, если ты идешь на министра, то что ты можешь дать стране? Как ты можешь изменить нашу страну? Нам плевать, какая у тебя зарплата и как ты живешь. Да? То есть Наполеон, если взять его, он оставил после себя какое-то состояние? Нет, но он очень мощно изменил Францию. Что вот Сталина? И Сталин точно так же. Что он после себя оставил? 4,50 на своей книжке. Вот его кто, внучка или кто там в США сейчас живет? Много у нее денег? Нет. Он ничего после себя не оставил. Сюртук и 4,50 рубля в сберкнижке. Все. Так, но Украину, стране сколько он оставил? Совершенно верно. Совершенно верно. За пятилетки он каждый год он строил столько заводов, сколько мы за годы независимости не построили. Вот это тоже нужно понимать. И вот второе, что он сделал, это приоритет законодательства. Вот у нас сейчас международный народное право, оно по приоритету выше нашего национального законодательства. То есть любая хартия европейская, например, которую мы ратифицировали, она по своему статусу выше любого закона Украины. Путин предложил статус национального законодательства, то есть приоритет. Любое международное законодательство, которое ратифицирует Россия, оно действует исключительно в том, в тех размерах, которые не ущемляют, не ограничивают права граждан и не то есть соответствует российскому законодательству. Да. То есть мы тоже должны это сделать. Вот понимаете, как у нас, я не помню, слуга народа один сказал, говорит, когда вот это по люстрации пошло, когда с Богданом проблема, да, мы сейчас внесем типа законопроект о люстрации в Верховную Раду, что все, кто с 2014 года получил хотя бы один грант, они не имеют права занимать должности на государственной службе. Так вот, если бы они внесли и приняли, у нас бы кабинет министра Верховной Рады опустили бы наполовину, если не больше. Вот действительно, как эти люди, какое они моральное право? То есть у нас, говорит, двойное гражданство, вот я слышал, да, и слуги народа, говорят, это не несет, да, там, угроз. Но как это не несет? Я абсолютно не против, то есть, ну, двойного гражданства. Абсолютно, если человек не на государственной службе, если ты бизнесмен. То есть это же дорогая вещь. Не у многих из нас есть двойное гражданство. Да и зачем оно? Ну, двойное, да, человеку? Ні, якщо очевидно так продивитися, то на непідконтрольних територіях там дуже багато мають подвійне громадянство вже. Є люди, на заході України, польські, угорські та інші, там сотні тисяч людей мають подвійне громадянство. Їм, можливо, це треба для облегчення якихось процедур в своїй житті. Бізнесменам це, можливо, теж треба, да, якась юрисдикція ще одна. Пожалуйста, если тебе это надо, делай себе хоть 20 гражданств. Но если ты идешь на государственную службу, мы должны понимать, что если у человека есть паспорт гражданина США, то он принимал присягу гражданина США и клялся в верности Соединенным Штатам. Как такой человек может быть государственным служащим и чиновником в нашей стране? Кому он, собственно, будет служить? Соединенным Штатам или Украине? Ну, Супрун, я думаю, так методично совершенно верно. Довела, человек кому каждый, сам, пожалуйста, каждый решает. Хочет двойное гражданство? Пожалуйста. Но ты не можешь быть чиновником. А хочешь быть чиновником, служи Украине. А чому, с вашей точки зору, зараз немає ініціативи щодо якраз закриття цих дірок в нашей Конституции? А кому это надо? Ну, кто? Вот они будут сами себя выгонять из власти?
Ну, мабуть, команді Зеленського. Команда Зеленського, на мій взгляд, ті частині, яка протистоїть якимось чином Соросу та іншим. А я не думаю, що Зеленський протистоїть. Це є одна команда. Команда Зеленський, це, ну, я от за 8 місяців, вже 8 місяців президент. Я маю тут не погодитися, тому що якщо ми подивимось плівки НБУ та Гончарука, ми бачимо, що вони намагаються обдурити Зеленського. Тобто, якщо б це була одна команда, розмови НБУ з Гончаруком не було. Фактично, ну, не потрібно бути. Було б обманювати. Ну, я не вірю. Тому що є надія, що це все ж таки не одна команда, і в них дуже багато є суперечок. Просто якщо у людини немає змоги реально скласти картину і реально зрозуміти, хто його оточує, ну, це дійсно може бути причиною отаких неправильних дій і низки неправильних дій, а саме щодо призначення ключових фігур на генпрокурора, там, у в тому ж міністерстві до Гончарука і таке інше. Ну, от з вашої точки зору, ну, як це пояснити? І чи не вважаєте ви, що якщо Зеленський би, в принципі, дав таку ініціативу, то народ би його підтримав? І фактично цим хто, людям, хто зараз псує Україні і економіку, і майбутнє, вони би фактично опинилися через 2-3 місяці не у справ. Безусловно, его бы народ поддержал. Но не только в этом его поддержали. Но он же ж не делает ничего. То, что поддержал бы народ. Я не знаю, за что его держат, да, и какие он обязательства, он кровью расписывался. Но я просто вижу, что те действия, которые Зеленский делает, то есть исполнение вот своих обязательств, такое, по земле, по той же, да, то есть он идет на пролом. Ему плевать на социологию, нравится это людям, не нравится. Ему плевать на то, что даст этой стране. Вот он идет на пролом. Вот почему-то он не идет на пролом в том, что понравится людям. И вот то же самое и по гражданству. Он не внесет. Да, возможно, это не одна команда в том смысле, что даже и Гончарук не команда. Он, вот те же, это попки дураки. Почему заседание у нас закрыто в Кабмине? Это была шутка, да, чтобы мы не слышали этого. Но на самом деле все заседания, если кто обратил внимание, они проходят еще по выходным, по вечерам. По вечерам, потому что в США у нас разница по времени. То есть они проходят, вот реальные заседания Кабмина проходят на выходных по вечерам, когда они в эти мониторчики получают команды, что им надо обосновать. Им спустили, не сделали. Этот кабинет министров никаких решений сам не принимает. Они сами не знают, что делается, что происходит в нашей стране. И поэтому, да, одни придумывают, как ему его основать, а второй тоже придумывают, как это хорошо потом это все обернуть в красивую фишечку и где-то там запустить видеоролик. Вот и все. Они не понимают, что происходит. У меня такое ощущение, что они просто временщики. Для них это вот проект. Проект на 5 лет, если не получится, то временные рамки будут меньше. Что-то изменить? Нет. Ну никто от Зеленского ни одной инициативы. Вот тот же Донбасс, да? Ну, вот это же его тема, мир. Вот берем Донбасс. Что он сделал? Ну, мы сейчас не говорим о Минских соглашениях. Просто вот мирная часть, мирная повестка. Мост, станица Луганская, да? Если мы посмотрим сообщение всепрезидента, это исполнение международных обязательств Украины. И то не мост, это строительство еще было согласовано в 2016 году, Международный Красный Крест, Международная миссия Красного Креста даже 50 миллионов на это выделила. Никто не строил 2 года при Порошенко, потому что Луганск настаивал, чтобы восстановить автомобильный мост полноценный, как он и был до того, как его разрушили. Украинская сторона настаивала, Кучма, он был представителем и при Порошенко, сейчас настаивал, что это должен быть пешеходный переход, потому что иначе танки сразу поедут, если мост восстановят. И вот сейчас, да, несмотря на то, что Международная миссия Красного Креста давала на полноценный мост, нет там моста, это пешеходный мостовой переход. Это не мост, его сделали. Выполнили международные обязательства. Вот по Донбассу все, что иное взять, что сделано в гражданской повестке, это исполнение международных обязательств. Вот офис президента так и подчеркивает. Ни одной инициативы Зеленского. Вот на этой неделе умер еще один. В этом году уже 2 пенсионера. 60 дней срок проверки, да, получить пенсию, которая челночная. Второй пенсионер уже умер только в январе. Зеленский в июле, вот когда у нас был саммит Украина-ЕС, он тогда торжественно обещал. Я этот срок изменю с 60 дней на 360, на год увеличу, да? Угу. То есть это изменить, это 2 постановления Кабинета министров. Это один вопрос одной повестки дня, одного заседания. Слова и цифры 60 дней изменить на слова и цифры 360 дней. Это же запросто. С июля месяца. Это уже на их совесть, они ничего не делают.
А от щодо речі, інше питання щодо Донбасу. Як пояснити, чому на непідконтрольних територіях ЖКХ та електроенергія вдвічі, втричі, а в деяких випадках і в 4 рази дешевше, ніж на підконтрольній Україні території? Я не могу сейчас сказать, как там происходит тарифообразование, потому что, ну, просто не видел этих документов. Возможно, это происходит за счет субсидирования. Там, перекрестное субсидирование 100% там осталось, потому что оно у нас было до 2014 года. Я не думаю, что система, да, вот, ну, нормативная система по ЖКХ, она изменилась. Это, во-первых. А во-вторых, раз она идет по субсидированию, ну, перекрестное, то есть сверху добавляет, кто там финансирует, Путин, да, скорее всего, что не местные деньги, не местные бюджеты, добавляются деньги для того, чтобы было меньше, скорее всего. Но опять же, если бы у нас осталась та система, которая была перекрестного субсидирования, которая была разрушена ради так называемого рынка газа, когда газ... То есть вот эта вся схема у нас, почему, да, вот я сейчас потом вернусь и объясню, что там происходит. Вот рынок газа у нас как ввели в 2015 году, у нас прибыль, чистая прибыль Укргазводобывания, это государственная компания, дочка Нафтогаза, увеличилась в первый же год, в 2015 году, в 80 раз. Не на 80%, а в 80 раз. Рынок газа, так называемый, это когда газ, который у нас добывает Укргаздобыча, государственная компания в Полтавской области, нам всем продают по цене, будто бы мы его купили в Германии и оплатили еще доставку в Украине. То есть у нас я газ... и кажу, что на зараз фактично ситуация, коли ось і в офшорах осідає та сума, яку фактично переплачивают украинцы на тариф. Совершенно верно. Там этого просто нет. Вот перекрестное субсидирование, да, то есть там есть реальная цена на газ, вот закупочная, почем купили, есть норма рентабельности, которая, ну, в этот газ вкладывается в себестоимость отопления, и поэтому там услуги эти все дешевле. У нас же газ, то есть сумасшедшая цена на газ, это раз. Кроме этого, у нас завышенные тарифы. Вот посмотрите, прошлая зима. Во-первых, цена на газ была дороже. Прошлой зимой. Немножко, но дороже. Зима была минусовой, только с февраля пошла плюсовая температура. То есть зима сейчас теплее, а тарифы те же самые. Вот Гончарук вот это провели, 24 декабря заседание, там был совет регионов, там где они презентовали свое вот постановление по тарифам, как бы. Но это постановление даже не касается тарифов. Але фактично тарифы вони знизили на трохи, а и добавили еще один платеж за транспортирование газу. Еще вот я сейчас ничего ни на копейку, ни один тариф. Что такое тариф? Тариф, он утверждается. У нас 1200 с копейками предприятий теплокоммунэнерго. Из них 22 предприятия. Им тариф утверждает нацкомиссия. Всем остальным тариф утверждает органы местного самоуправления. То есть советы, да, там в Киеве, например, Киевсовет, там в Одессе, Одесский горсовет. Это тариф, да, это утвержденное. Согласно закону Украины о жилищно-коммунальных услугах, нам услуги, как потребителям, обязаны предоставлять по утвержденным экономически обоснованным тарифам. Что такое экономически обоснованный тариф? Это себестоимость плюс норма рентабельности. До 15% заработок, ну, прибыль на предприятия, которые продают. Сейчас что сделано? Есть порядок формирования тарифа. Он утверждает его утверждает кабинет министров. По этому порядку формируются тарифы всеми, во всей стране. 1200 предприятий. Гончарук похвастался, что сколько там? 130 предприятий. 10%. То есть, если мы говорим за город, Киев, это же не только Киев Теплоэнерго. Несколько предприятий. Одно предприятие снизило, остальные не снизили. Да, по району. Может быть, разная цена даже. И это же не тарифы. Тарифы они не снизили. Они несли изменения в порядок предоставления услуги и дали право предприятиям указать в платежке отдельную строчку «скидка». Вот это что было? Это было только на декабрь. А теперь смотрите, экономически необоснованный тариф – это уголовная ответственность для предприятий, для тех, кто утверждал. То есть рентабельность 10-15%. Вот кто-то сделал скидку за декабрь 20%. И предприятие не банкрот при этом. Да? То есть ты даже ну, всю прибыль должен был, по идее, свою отдать. А почему никто не сидит? Тариф же экономически не обоснован. Это, знаете, как это вот проезд в метро у нас 8 гривен, да? И вот президент попросил, пожалуйста, ну сделайте дешевле. И нам вот эти жетончики, они так и остались стоить 8 гривен. Но нам их стали продавать по 7,90. Ну, в декабре продали. Что будет в январе, никто не знает. В январе цена на газ уже, во-первых, выше, потому что ее утвердил кабинет министром постановлением, так называемая гарантированная цена, на первый квартал. Она будет выше, чем в декабре. То есть
Какой будет у нас тариф за отопление, никто не знает. Будет это скидка, не будет это скидка, никто не знает. Во-вторых, с 4 января у нас вводится еще и абонплата по газу. Уже утвердили тарифы облгазбытом, они поднялись примерно в 2 раза. То есть в зависимости от региона, там эти тарифы, это от 27 копеек до 2 гривны 70 на 1 кубометр. Плюс НДС. То есть в зависимости от города. Чем крупнее город, в городах-миллионниках дешевле. То есть Киев, там, Одесса, Харьков, Днепр, то там до гривны на 1000. Да? 1000 кубометров, это плюс 1000 гривен. Это только абонплата. А если небольшие города, то это по 3 гривны, 3000 плюс на абонплате. То есть общий платеж за все, он будет еще больше. А щодо електроенергії, щодо вугільних ТЕЦ та інше, тобто ж ми розуміємо, що є ТЕЦ, є там вітрова генерація, є сонячна генерація, є гідроелектростанції, є вугілля, яке начебто нам завозять з Панами, зі Швейцарії та інших цікавих місць, там все життя, мабуть, вугілля видобували, а все одно доставляється вугілля чомусь російські залізні дороги. І таким чином, фактично, ці всі дуже сумнівні схеми, вони фактично, я так розумію, впливають на вартість електроенергії у нас в Україні. І очевидно, що якщо ми беремо атомну генерацію, то там дуже низька ціна. Якщо ми беремо дуже високу ціну там, на ТЕС, дуже там, високу ціну там, на інших електростанцій, фактично це змішується, я так розумію, на енергоринку, і нам пропонують платити по саме такому тарифу, а не якомусь іншому. Тобто як це формується і що впливає на саме ціну електроенергії? І що буде впливати в майбутньому? Буде вона зменшуватися чи зростати? Немножко не так. Вот цена на электроэнергию, то есть что такое генерация? Если мы берем общую генерацию по Украине электроэнергии, то 50, больше немножко 50% это атомная энергетика. Да? Примерно там 30 с копейками процентов это теплоэнергетика, та, которая на угле. Практически вся она принадлежит Ахметову. Ну и там 10% это вот альтернативные источники, гидрогенерации и все остальное. Да? То есть по сути два игрока атомной генерации это государство, а тепловая генерация это 80% примерно Ахметов и 20% государства. Да? То есть, по сути, два игрока государства и Ахметов, они производят фактически всю электроэнергию. Вот у нас с 1 июля ввели так называемый рынок электроэнергии. Какой рынок, да, если два монополиста практически всю электроэнергию у нас в стране производят? То есть, как он, это то же самое, что было и по газу. Да? Вот Зеленский, когда пришел по газу. Роттердам плюс нет, да? Но, по сути, Дюссельдорф плюс по газу, вот то, что объяснил, он оставил. Сейчас убрали. То есть для чего вводился этот рынок? Вот раньше у нас было государственное предприятие «Энергорынок». То есть, да, генерация у всех разная. Если мы говорим об атомной генерации, то там, ну, практически себестоимость, это копейки, да? Угольная генерация, она будет дороже, безусловно, и зависит от угля. Было у нас государственное предприятие «Энергорынок». Оно выкупало. То есть все предприятия, которые генерировали электроэнергию, они имели продать ее на ДП «Энергорынок», а потом уже ДП «Энергорынок» продавала эту электроэнергию по установленному государственному тарифу. Для потребителя одна, для бизнеса другая. Да? То есть теперь сделали как? Ну, есть рентабельность. Сделали этот рынок, который не работает, потому что сразу цена пошла вверх. То есть смысл весь электроэнергорынка, который ввели с 1 июля прошлого года, это перераспределение норм рентабельности. То есть, условно говоря, при тарифе, при том тарифе, который вводится и убирается вот ДП «Энергорынок», атомная генерация, ее рентабельность, вот ДП «Энергоатома» нашего, увеличивается сразу на 500%, в 5 раз. То есть планировалось, единственное, что сделать, это забрать сверхдоходы с угольной генерации и передать их «Энергоатому», чтобы сделать второй «Нафтогаз Украины», второго монополиста, который будет на нас зарабатывать деньги. Но цены пошли вверх, и поэтому вот сейчас вложили то же самое, как было по газу, спецобязательства, да, продавать ну, не выше определенной цены, то же самое сейчас и в энергетике. Но даже с этими спецобязательствами, с ограничениями цены, рентабельность «Энергоатома» увеличилась в разы на 350%. Вот и вся вот эта схема. Нет никакого рынка, у нас монополия, государство обязано, то есть если мы говорим об этом, газ, электроэнергия – это рынок природных монополий. Он не подчиняется законам рынка, как говорят, там невидимый рынок сейчас придет и все отрегулирует. Нет. Но если мы говорим, что практически два игрока, государство и Ахметов, генерируют практически всю электроэнергию в Украине,
то вот просто если представить, что победил бы сейчас не Сорос, да, вот, а был бы какой-то Алеша Гончарук, который, ну, человек Ахметова. То есть, по сути, вся энергогенерация была бы в руках одного человека. О каком рынке говорим? Зрозуміло. А от якщо повернемося до так, прохоботів, грантоїдів, соросят, як їх ще прийнято називати, дуже цікаво, що коли почався скандал щодо Гончарука, саме канали Порошенка, прохоботи підтримали Гончарука. Ну, тут дивна якась логіка. Тобто Сорос, я так розумію, підтримує Порошенка, і в них гарна комунікація, вони займалися, я так розумію, 5 років однією справою, а зараз просто її продовжують. От як ви можете це прокоментувати? Ну, безусловно, вони йшли в парк, і Порошенко був, це ж демократи, по суті, да, якщо ми говоримо, це глобалісти, демократична партія, Британія, тобто, ну, ті, які от сили по миру їх називають глобалістами. Безусловно, Порошенко і зараз, він з ними. Но смысл-то в чем был? Вот даже Порошенко не шел, не исполнял до конца то, что сейчас вот делает Зеленский. Вот по той же земле. Это же было обязательство, не возникло сейчас. Оно было еще на Порошенко. Вот та же антикоррупционная инфраструктура, которую формировал Сорос, вот то, что он сделал в Румынии, да, потом, когда румыны послали Сороса, они и развалили эту инфраструктуру. Сорос точно так же создавал ее, да, то есть вначале, но Порошенко не дал создать. Что такое антикоррупционная инфраструктура? Вот у нас сейчас говорят, что эффективности нет. Для того, чтобы посадить человека, это, да, сначала оперативная работа, потом следствие, потом обвинение, прокуратура и суд. Вот если вся вот эта инфраструктура подчиняется кому-то, то посадить можно. Если, условно говоря, Соросу отдали вот это, а при Порошенко суд не создали. У нас суд исполнял функции антикоррупционного суда, Соломенский районный суд города Киева. То как бы он ни бился, кого бы он ни задерживал, все придет в Соломенский суд, и там рассыпется, правильно? Ну, вот при Зеленском так. Как бы все собрали, но Зеленский сейчас ДБР у них выбил. То есть первичное звено, откуда все начинается. И опять же соросята недовольны. То есть вот эта вот война идет, и пока оно не будет в одной связке, ничего не получится. Ну, понятно, да? Зеленский приведет в суд, а суд теперь он под Соросом, а это человек Сороса. Суд отпустит. И вот, вот эта антикоррупционная инфраструктура, от нее выхлопа ноль. И вот, да, вот действительно, Порошенко и Зеленский, для них это то же самое. Просто вот Зеленский для них проще, потому что, ну, у Порошенко были, возможно, какие-то свои бизнес-интересы. Он, ну, как бы мы ни посмотрели, Порошенко был гораздо эффективнее, чем Зеленский, как управленец, я имею в виду. Не в том, что он конкретно делал, а именно как управленец. Он больших вопросов понимал, и у него действительно была команда, вот людей, ну, монстров, те, которые стояли, да. Это не то, что вот Зеленский, как парашютиста к нам спустили, он вообще не понимает, чем, ну, занимается. Мы сказали землю. Да, рассказали, слайдики показали. Ну да, это же хорошо, ну, хорошо. Якщо подивитися об'єми, як я так розумію, Порошенко кудись за кордон дівав, ну це, звісно, я думаю, що так. Дуже, дуже різняться ці цифри. А от якщо от ми подивимося на саме виконавців, тобто на таких рядових порохоботів, там, грантоїдів, от як ви вважаєте, вони... розуміють, що вони роблять? Вони розуміють, що вони роблять для держави? Що вони думають, що якщо економіка падає, то, то це добре? Ну, це ж очевидно, що вони ж не вчора в Україні з'явилися. Вони розуміють, що економіка не зростає, що в нас поглиблюється криза, що в нас кількість бідних людей зростає, що в нас міграція з країни дуже висока. І це, очевидно, дуже негативні процеси для країни. Ну, треба бути повним телепнем, щоб не розуміти, що дії оцих структур, вони призводять до негативних наслідків для, саме для України, саме для держави. Якщо у них є хоч крапля совісті і здорового глузду, ну, вони фактично ніколи не підтримували цих людей. А ми бачимо, тобто, якусь іншу картину. Ні, вони, багато з них, дійсно, навіть не розуміють те, чим вони займаються. Я знаю їх уже не перший рік. Вот с Алексеем Гончаруком я познакомился еще в 2012 году. Его, он тогда он был человеком от Сороса, от грантовых структур. И тогда они заходили на наш рынок, в жилищный сектор. Вот как сейчас они заходят по земле, уже и банк купил Томаш Фиала у поляка, да, и ДЭ-банк, вот, через который они будут обходить вот этот запрет, который там Зеленский рисует, для того, чтобы скупать землю по 10 тысяч гектар. Тогда они заходили на рынок в жилищный сектор с кредитованием. Тогда они прописывали программу, государственную программу 100% создания ОСББ, счета ОСББ, хозяйственные счета, там, куда люди платят за тарифы, в залог
И Хенкель немецкий уже стоял и ждал, когда все дома наши обвесят пенопластами. Вот они хотели, вот тогда вот только было подписано постановление правительства о создании общественных советов при министерствах. Угу. Это лоббировали западная структура, это им надо было для того, чтобы, ну, условно говоря, гражданский сектор, общественные организации что-то обсудили, и они влияют на политику, вносят министерство, министерство согласовывает свои действия. И вот создавались тогда, это было впервые, общественные советы. И они лоббировали Алексея Гончарука на председателя совета в Премьер-регионе. Тогда для них было перспективное развитие, они входили с ИФЦ, заходили именно на жилищку. Тогда он проиграл. Тогда главой общественного совета стал я, они на меня были очень сильно обижены. Но я просто, это к чему подводку, я просто хорошо знаю уровень их компетенции. Они действительно ничего не понимают. Вот чтобы было понятно, что такое грантоед. Ему плевать, какие последствия вот это все принесет. Вот есть грантовая программа, да? Угу. Вот Сорос, это же не просто какой-то добрый человек, который пришел для того, чтобы помочь нашей стране и вложить там филантроп, да, вложить там деньги. Нет, он олигарх, такой, как и наши олигархи. Его задача заработать как можно больше денег. Он приходит, он определяет приоритетные сектора в государстве для себя, где бы он хотел заработать и на чем. И он начинает финансировать программы, которые изменят государственную политику, подведут к тем решениям, которые нужны ему. Его фонд возрождения выделяет деньги, программа, да, выделяет деньги. То есть там уже все прописано. Это же не пишут наши грантоеды. Это все прописано, переведено с английского, что надо сделать. Конечный результат, условно, ну, сделать то-то, то-то. Угу. Выделяются гранты, общественные организации. Их максимум компетенции, это вот это все прочитать и своими словами, на простом языке, вот просто объяснить людям, почему это хорошо. Все. И их смысл, вот чтобы было понятно, это люди, которые не решат ни одной проблемы по одной простой причине. Вот что такое грант? У него есть цель. Вот ты реализовал, да, программа закрыта, нет финансирования. Любой грантоед, он решая проблему, он прописывает так, чтобы эта проблема, 2-3 проблемы, да. Чем больше проблем, тем больше грантов. Это процесс, бесконечный процесс. Процесс окончен, закончилось грантовое финансирование, ты не нужен. Вот когда они сейчас стали министрами, вот сейчас мы смотрим, вот те же тарифы. Но это же очевидная вещь, что они должны были делать с сентября. Но они не знают, как делать, потому что они в своей жизни не решали, и они не способны решить ни одной проблемы. Для них процесс. Вот им спустили, вот надо делать то. О, замечательно. Сейчас мы слайдики нарисуем, расскажем. Бесконечный процесс. Угу. Никакого решения от них никогда не будет. А если подивитись, что дискриминации российской мовы, мы видим, что это фактично и грантоидами, и порохоботами, это все поддерживает. І політичними партіями, які вони відстоюють. І навіщо це? Це ж не принесе грошей. Це ніяк не можна конвертувати в якусь валюту. Але ці процеси йдуть. Щодо дискредитації нашої героїчної історії, щодо російської мови, щодо навчання дітей у школах на російській мові. Ну, чи очевидно, що у нас буде покоління, яке розмовляє і спілкується на російській мові, а писати правильно не може? Ну, це нонсенс. І от навіщо це все, з вашої точки зору? Ну, от при Порошенко ж теж було. Одна країна, одна нація, один язик, да? Ну, от я коли в школі вчився, от ми починали вчити український язик, правописання, на год позже, ніж русський. Я ж вчився в українській школі, да, ну, в СССР. Начинал учиться. Не потому, что там языки. Я понял это потом. Потому что русский язык, он сложнее. Украинский язык, это что? Как чуем, так и пишем. Да? То есть, если человек правописание начал, научился сначала на украинском языке, то он писать грамотно на русском, потом ему сложнее. Говорить это одно. То есть, ну, в письменности, в грамматике мы детей уже теряем. Вот потому что, ну, правила правописания совершенно иные. В русском языке гораздо сложнее. Но я напомню, как начиналась наша страна. Вот мы открываем декларацию о государственном суверенитете. Там сказано, кто страну создавал. Многонациональный украинский народ. Не украинская нация. Там указано, кто такой многонациональный украинский народ. Украинский народ – это граждане Украины всех национальностей, в равенстве и так дальше, и так дальше, и так дальше. Сейчас у нас при Порошенко это стало одна страна, одна нация, один язык. Послушайте, а все остальные – это что? Вы хотите нас убить? Мы не люди все остальные. То есть русский язык, да, вот у нас… И еще у нас самое основное, это, на мой взгляд, гуманитарная ошибка, я не знаю, возможно, преступление против русского языка – это когда русский назвали российский, да, вот, ну, российская мова. То есть привязка – это не наша, это российская. Но русский язык, он шире России.
Русский и российский – это разные вещи. Русский язык, он шире. Это не язык России, это язык русских. Русский язык был на нашей земле, да, Киев, мать городов русских. Еще России не было. А Киев уже был матерью городов русских. И вот это сейчас, да, вот как отторжение, это типа не наш язык. Но политика, что продолжается, вот как раз президента, когда мы избирали, в апреле принимался закон о функционировании украинского языка как государственного, да? Зеленский тогда дал свой кандидат в президенты. Я не могу сейчас комментировать, я его еще не видел, но я стану президентом. Я обязательно проведу аудит, да, и использую все свои президентские полномочия для того, чтобы все были равны, все было красиво и все остальное. Что-то сделал? Нет. И вот вносят, внесли, когда это было, в сентябре внесли закон о полном среднем образовании. Вот его сейчас приняли слуги народа. Угу. Пятая статья. Мова навчания. И вот она, идет такая сегрегация наших детей. То есть, на каких языках обучаться. То есть, сейчас вот предыстория, чтобы было понятно, да, вот что такое язык. Язык есть, то есть язык государства и языки в государстве. Это разные вещи. Язык государства – это государственный язык. Язык аппарата – это символ государства. Языки в государстве – это родные языки. У нас не только украинский. То есть украинский язык, по сути, он имеет два статуса. Для кого-то он родной язык, ну и для всех нас это государственный язык. Да? Когда у нас подменяют языки в государстве языком государства, это преступление против людей. И вот теперь статья 5. Языки обучения. Для детей, для которых украинский язык родной, 100% обучение на родном языке. Второй сорт – это дети крымских татар. Для них обучение на государственном языке 20%, на родном 80%. Третья категория детей – это дети, для которых родной язык – один из официальных языков Евросоюза. Для них пропорция 60 на 40. И низший сорт – это дети, для которых родной язык русский. Да, 80% обучения на государственном языке. Почему? Ну это же уже сделали слуги народа, это же уже сделал не Порошенко. Возможно, этот законопроект, я уверен, что вы писали еще при Порошенко, то есть предыдущий метод МОН, Минобразование. Ну кто? Это же одна статья. Вот я сейчас подал петицию на Зеленского, у него есть месяц, вот сейчас Разумков подпишет и передаст на подпись президенту. У него есть месяц ветировать. Я попросил ветировать часть языков. У меня нет претензий к закону об образовании. Я не знаю, возможно, он и хороший, я не большой специалист в образовании. Но вот именно в языках. Да, вот у нас говорят, что должны знать. Да, безусловно, дети должны знать, и мы должны знать и украинский язык. Но одно дело изучать, а второе обучаться. Изучать украинский язык дети должны в Украине? Должны. Но обучаться они имеют право на родном языке, на понятном им с детства языке. А вот навіщо це все роблять? Цього ж немає економічного зиску, Соросу там, чи так і іншому. Ну, з вашого вот они строят этот проект, как антиросія. Вот если у нас не будет проблем с языком, то, ну, по сути, у нас, вот мы будем жить как в нормальной стране, у нас не будет врагов. Им нужна антироссия. Антироссия – это отторжение всего русского. То есть, я же говорю, русский язык – это российский язык. Нам вбивают вот эти 5 лет при Порошенко, что это язык оккупанта. Кто оккупант? Миллионы нас, которые говорят на русском языке, вот эта политика идет. Если ее прекратить, вот сегрегацию, то, да, вот, ну, перестать нас делить, то, по сути, мы поймем, что единственные наши враги находятся на Печерских холмах, а не вот вокруг границ наших. И поэтому и должен быть у нас враг где-то там. Но это же продолжает, уже же Зеленский. Он продолжает. Он обещал одно, но ничего же не сделал. Вот 9 мая, да, когда он был еще, вернее, его уже избрали, но он еще инаугурация не прошла, он был на могиле своего деда-фронтовика. Вот мне просто интересно, что будет этого 9 мая, ну, когда он уже президент, год спустя. Он поедет на могилу к своему деду или нет? Или вот он так же, чтобы не оскорблять чувства вот этих вот радикальных людей? Зараз, я думаю, що дуже скоро будуть протести щодо дискримінації російської мови. Ви до них приєднаєтесь? Безусловно. Безусловно, потому что дальше уже некуда. То есть вот была надежда на Зеленского. Да? При Порошенко мы все прекрасно понимали, что ну чего ждать, а эти будут закручивать. Была надежда на Зеленского. Он шел президентом, вот все, мы же голосовали не просто за Зеленского, голосовали за то, чтобы в нашей стране что-то изменилось, чтобы Украина стала все, для всех нас домом родным, а не так, что вот, да, для там Тягнибока и Фариона это родной дом, а для нас их это мачеха. Мы же шли и ожидали.
Зеленский сейчас этого не делает. Если сейчас Зеленскому не дать понять, показать, что он может и дальше продолжать эту политику, то ну а зачем? Что дальше? Дякую за розмову. На жаль, час нашої програми добіг кінця. Це була програма «Без протоколу». З нами в гостях був Олександр Скупченко. З вами був її ведучий Дмитро Василець. До зустрічі!